маслята, а рисунки для детей. Давайте сегодня нарисуем масляной пастелью очень-очень простой рисунок. Я хочу сегодня нарисовать кубик Рубика. Его легко нарисовать, вы увидите. Мне нужно посерединке поставить точечку. А от этой точечки спустить вниз линию. Теперь нарисовать две линии в разные стороны. Вот сюда одну. И другим цветом, не синим, вот сюда другую. Получится у меня такой вот, такие три линии, сходящиеся в одну точку. Теперь я продолжу. Продолжим вниз. Вниз. Здесь красным, а здесь синим. И завершим. Получится, что у нас два таких ромбика. И еще один ромбик найдем, желтый наш цвет. И нарисуем еще один ромбик сверху. Вот. Нарисовали. Теперь, конечно же, масляной пастелью все это раскрасим. Сверху желтым. Здесь раскрасим красным. Ровным слоем все красным красим. Здесь раскрасим синим. Ровным слоем синим-красным. Синим красим синим. Нарисовали. Убираем наши цвета. Они нам больше не понадобятся. Теперь нам понадобится черный цвет. Черный цвет. И мы покрасим, сделаем такие вот полосочки, чтобы показать, что он делится на три части. И вот получается такой вот классный кубик Рубика. И здесь поделим тоже вот так и вот так. Отлично. Отличный кубик Рубика. Давайте немножко подкрасим оранжевым, чтобы был поярче. Так. И немножко возьмем белого. И вот здесь где-нибудь, немножко на каждом кубике, который у нас плитка есть, я немножко подкрашу белым, чтобы он начал блестеть. Тогда он будет более натуральный и похож на настоящий кубик Рубика. И, конечно же, чтобы было совсем понятно, что он настоящий, мы нарисуем тень ему. Тень немножечко внизу, вот под ним, нарисуем такой серым. Серым мелком нарисуем тень. Теперь мой кубик Рубика готов. Его легко было нарисовать. Я надеюсь, что вы рисовали со мной. Спасибо, ребята. И рисуйте на здоровье. Конечно же, рисуйте масляной пастелью. Это очень просто и получаются яркие рисунки. Пока.